Им надо там приставные сиденья сбоку ставить. Жгут, а, пацаны, жгут. Утренний адреналин. Поступила команда правильная. Приехал на соревнования. Хлопцы, моете, да? Вон ТР-2. Доброго дня! А когда уже на котлете будете ездить? Наверное, даже не в этом году. Ох ты, а я думал, что уже конкуренция будет. На смелу едете? В июле, да, там, по-моему? Июнь. Будет целая техника, поедем. Бегает, я за ним не успеваю. Нет, так а можно между кучей дерева? Мы прошли тут. Вот дерево. Нет. Экипажи, это экипажи договариваются. Да, договорники пошли. Штурман должен топтать. А он на сухом вообще застрял, позорняк. А вы там, по-моему, там. Не, я ниже, я вот сидел. В воде, да. Там, не, видишь, они же так накатали, я вскочил в две колеи. А на ваш штурман обиделся, убежал от вас, смотрите, пошел лягушки искать. Это спецучасток, 10 баллов. Лафа. Здесь Ниву, два штурмана, и Ниву могут протолкать просто-напросто на любой резине. Да, лучше у УАЗика машины нету. Не, он ехал на полном. А сейчас выбил, сейчас не работает. Но он ехал на полном. УАЗик хорошая машина, проходимость хорошая, но недолго. А где там глубоко, ты посмотри. Ты включи рули. Попробуй сейчас, вперед. А ты там тоже выключил? Не, ну он, получается, провернул в одну и в другую сторону. Номер один. А смотри, теперь он на передке. У него задний теперь не работает. Ой, ползи! Надо сзади хабы включить! Задний привод пропал! Да не, правое колесо крутится.
разница, что я для квадрокоптера ее взял. Это похоронить в доску надо. Кого, СЖ? Экен. А, Экен. А Диман сзади ездит, что ли? А что это он? Правых сзади ездит по работе? Фолловеры рулят, смотри. Да. Ну, на данный момент экшн камеры GoPro лучше нет. Я уже. А знаешь, как сейчас Эпикс, для кого поступить сливать? Да. А это же пластмассовый, блин. А, вот это по поводу УАЗиков. Так, что у вас за сегодня УАЗик, за 8 часов? Давай, за 8 часов, что произошло? Который час, ребята, который час, кто подскажет? Примерно. 6.40. 6.40, ребята, да. Мы финишировали. 18.40. Мы финишировали. УАЗ. Ну, красавца. А что, поцарапали дверку, да? Поцарапали дверку, веткой. Забрызгали салон. Там, кстати, видно. А что взяли? Смотри, все и что-то еще приняли? Мост оставили. Ага. Подожди, мы где-то вас... Это, может, вы... А что это у вас за запах в машине такой? Это, как бы, мы немножко это испугались. Это пилот или штурман? Нет, мы немного испугались. А, это коньяк у тебя, я думаю, что за запах из машины? Так что поломалось? Расскажи, жалуйся. Ну давай уже. Жаловаться не надо. Все, что поломалось, мы сделаем. Не, ну давай, давай. Ну ты только что, ты же только что список доставал такой. Да. Пальцев не хватает. А на ногах не могу, ботинки мешают. Ну ладно, тогда выключай. Не хотят делиться. Не хотим делиться, не. Или джип толкает его. Подожди, это ж. Либо джип толкает. Тянет, тянет. Смотри, с джипа тянет на финиш. Да ладно? Серьезно, ну что, не видишь? Ну, выглядело зачетно, конечно. Мы, кстати, встретили в лесу, слышишь? Встречаем в лесу Мерсен, спринтер, Машу. А ты тут ралли. А кто там сидит? Окно черное, нифига не видно. Эй, блондинка, выходи! Ни хрена себе, а? Блондинка! Финиш! А я думал, блондинка за рулем, а тут пацаны! Не-не-не, стабильная обезьяна с гранатой. А что White написано? White, это же блондинка или нет? Чтоб все так думали. Да вас не поймешь. А и не надо, так же что, бля? Заброды после тебя. После меня? А там? Подожди, я последний раз твои заброды одевал, когда с женой у меня были это, как там, ролевые игры. Не могу я. Ну, и? Ну, мы с женой просто хотели предохраняться, чтобы не забеременеть, я одел заброды. И нашел бумажку от шоколадки и подумал, вот говно. А нашел бы шоколадку, подумал, вот Валерик зайчик. Такая, знаешь, твикс, оп, бумага. Осторожней, сейчас, видишь, шлем может валит пригодиться, сейчас как увалит. Конкуренты. Это фанаты котлета Криса, да? Криса котлета. Криса котлета? А, так это чертежи вы ему... Стой, чего-то не хватает. Так, подождите. Тёмы не хватает. Так это вы сказали, вот такой шнуркель ему делать, или это Мазай все-таки придумал? Крис, вперед. А на камеру это все, на камеру. Пацаны, как вам? Что? Здорово! Я на камеру не буду это говорить. Что такое? Блин, в натуре. Короче, с одной стороны это не ТР-3, это прото. Но с другой стороны это туризм. Серьезно? Это просто. А это... я тебе что перед гонкой сказал? Это капец. Пока не поздно, вон есть машинка участников. Я закончу нашу страну. Так, сейчас уедет же. Уехал же. Потратил бы он 15 минут, до вас вытащил. Что вы так? Ладно, мы поедем его снимать. Что, Пашка, едем снимать его? Да, сейчас самое наше последнее. Что-то он сильно нервный. Осторожней, не задави никого, дружище. Не, я же аккуратно, я только учу. ТР-3 уже все финишировали. Да? Да. ТР-2 тоже? Нет, ТР-2 катаются. Должны сойти.
Р2 здесь уже были, и точки. Ты приехал на соревнования или людей мочить? Нет, а там нет. Ну как так можно? Наша точка, вот одна, вот там вторая, вот там третья. А, это Р1. Алекс, нас тебя уже кормил своими фирменными бутербродами? Да, тоже понравилось? Ты сказал, что ты не ел. Уже на них подсел тоже. Саня, у тебя еще соленые, соленые огурчики были там? Я не помню. Блин. А где бутрики? Берут точку? Офигеть, красавцы! Палку селфи никто не отменял. Иди прямо, прямо иди, вот так и иди, да, да, вот так вот, вот 40-я точка, ты на нее идешь. А как ты ее нашел? Друг ей себе подсказал. Я там был. Вот это, да, она? Тойота. Люстру включай. Сотка. Ты же включи люстру. Или это 105-ка, Пашка? Ну, это уже непонятно, что это. Уходит. Пошла под воду. Там дальше, да? Так, точка номер один. Ни хера! Ты даже до порога не достал. Ноги, да. Это мелко очень, там еще. Я не слышу, пусть... Это воды по колено! Это дождь, бля! Орги издеваются над друзьями. Я понял, что ты сейчас сами. А мы не знали, дождь. Подводная лодка. Что так кусает, зараза? Поставил точки! Стой. Так, где наш Макс? Пацаны, это воды до хуя, быстрее! Надо было в движении брать. Точно было бы проще оттуда взять, кажется. Так булькает прикольно. Два булька. Все. А ему нравится. Зато он проверит машину. Как качественно ему делают. Качественно ему делают машину на СТО или нет? Слушай, а мастер-класс по фотографированию точек. 10 минут на каждую точку. Чуть-чуть назад, а не подсказываю. Автомат сила. Сухо?
Не очень. Ну там вот на задних сиденьях нормально, а вот спереди там прям очень. Вы на какую? Сухо. Что ты рассказываешь, сухо? Сухой коврик. Задняя дверь открой, сука. Сука. Так это он сапогами налил воду, но за бродами. Валера, Валера, а ну здесь, видно? Ну сейчас, это у вас расход 56,4 литров на час. На час, да? На час, да. Так, все, поехали. Все. Давайте, удачи. У меня литров на 100 километров, 56,4 литра. Я бы уже стоял возле точки с фотоаппаратом, готовый, и ждал бы, пока Стас подъедет. И уезжал бы, да? Он так не сделал. Не, не сделал. А что у него с блокировками? Все есть. И передняя, да, и задняя? Передняя нету. Нет, передняя. На чем? На КМах? Угу. КМ это что? КМ? Это МАДы. КМ1, КМ2. Все, что за есть? Алло, привет. Ну, 33-й маловато, конечно. 35-й давайте. Ну едет, даже на вывернутых колесах, ты видишь? Мотивы, Максис. Где точка? Вот, стоит. Ну еще он в натяг идет, чтобы не копать. Правильно. На танковой научился. Так и иди. Нормально, нормально, нормально. Нормально, я же устал, блин, снимать эту Тойоту. Она ж едет и едет, едет и едет. А потом приедут на финиш, знаешь, что будет говорить? Ни разу лебедку не разматывали. Вот что не работает. Все. А вот и все. Вот это и все. А какая у нее не работает, чтобы я понимал? Передняя. Передняя не работает? Да. Назад через блок ему надо ехать. А есть за что лебедиться? Ну вот, дерево есть. Сухое. Иди быстренько дерево. А? Где? Сейчас бороду намотаешь ему. А ну что-то не на лебедку. Вышел на одного лебедку. Ой, хрен с ним, нафиг он нужен. Папа, у меня заноза. А его что, прикрутить, это надо? У меня 10 заноз. Валера, дай фонарик. Блин, посидим. А, они за это зацепились?
Прикольно. Достанет, не достанет. Короче, у пацанов одна лебедка, только задняя. И получается, они эту точку не берут. Или с разгона им надо заскакивать. С разгона. И потом... А ему надо где-то зацепиться тросом за дерево, разматывать и давать вперед. Вырвать его. Там борода. Видел, когда он начал крутить, у него борода такая? Да, да, я понял. Сейчас посмотрим. А это жабяс? А если они ее не возьму? Да, вот смотрим на сотку, как она берет точки. Глубокие. Слышишь, он... Ого! А что это за машина такая? Кто? Команда. Жилетки снимите, каски или нельзя? То есть и ночью надо в гостинице тоже, да, в касках? Да, я забыл, блядь. Все, мы погнали. Мы завтра в 5 это перестанут их полиция остановит, да? Они в каске, да? Ты будешь завтра, блядь? Не знаю. Погнули уже решетку радиатора. Они не погнули. Это так она и должна была быть, да? Да, да. Просто не выровняли. А здесь клюз где-то? Где у них клюз наперед? Вон. А, вот это вот. А, они еще не сделали клюз, да? Не, вот это все. А в сторону, если лебедицы? Вот так она типа заходит. Вот это что происходит за кадром судейской? Да, 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 ладно, именно так все и происходит. Да, то мы видим только, как рубятся пацаны, как девчонки, да, здесь рубятся. Красивые. Да, красивые. Сидят себе просто... Рубилова 2005. Чаек пьем. 16. Где вы находили? Ну, я не знаю, смотрю, твое это, сухое, Димкино что-то вот мокрое. Там, где-то он не удержался. Где 328. Где береза, вот эта, которую выкладывали на форуме. Ага. С березой там, блин. Это там поваленная береза в канале. Я видел ту точку. Блин. Ну, туда. Так, подожди, 328 здесь же рядом, да, вот это? Направо сейчас, это, там в канале березы. Да, 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 да. Там, да, я квадриков снимал, там пацаны так. Там с двух сторон как-то накопали. С одной стороны там типа мельче было, вроде бы, фиг её знает. Ну, я поехал мордой. Вот. Так, время 6 часов утра, а пацанам не спится. Та ты что, я думал, они в лагерь. Лагерь объявляем открытым, да? Даем добро. Будь добро. Так вы что, еще не финишировали, Крис? Финиш. На ремонт? Нет, финиш, все. А, финиш, все? Надо отключить аккумулятор. Зачем? Так выключается у нас. Механическая лебедка коротнула? Да. Смотри, было намотано, едем и слышим. Смотри, а она повыгиновала. Да и много глубокой? Не. Не? Не знаю, Фишер вот полностью, все, весь мокрый. Не, я тоже два раза переодевался, но я не скажу, что было вот так. Ну, так было и я два раза упал и нырял. Вот. Я, что-то ты поправился, Крис, что это за фигня? Да? Или это у тебя много вещей это теплых? Очень много вещей. А. Как телепузик. Мерс на этот самый. Тёма, и как? Жестко? Что-то вы понакапывали везде. У нас еще и печка не работает. У нас вообще верение. Мы приехали в 2 часа, блин, легли спать. Холодно. А, каждые 2 минуты, блин, запотевает все так, что вообще ничего не видно. Смотри, он расстроился. Так. Вернись. У нас в лагере здесь обнаружился именинник. Так у тебя вчера уже. О, так вчера. Он 12 часов ночи привез. О, to you, happy birthday to you.
Happy birthday, наливайте. Happy birthday to you. Ура! Не, надо привязать. О, ушел шарик. У тебя теперь четное количество. Подожди, он тебе четное подарил. А теперь сейчас нормально. Они меня так нагрели, что один лопнул по пути по дороге. Привязывай к машине, машина улетит. Это новый этот вид хайджек. Ты спрашивал, что надо сделать, чтобы не перегревалась машина. Просто сделать активную вентиляцию. Или это пассивная вентиляция? То есть, я так понимаю, Digital опыт передал? Да. Зато заметь, как система очистки заднего стекла работает. Ну, стекло чистое, практически не видно, смотри. Практически кристально чистое. А каким средством мытья вы пользуетесь? Хотя. Как оно? Ого, я смотрю, у вас здесь... А как вы с таким количеством навигатора не заблуждаетесь в лесу? Второй. Да зачем столько много? А разные масштабы, чтобы не переключаться. А, вот так даже? О, я не задумался об этой фигне. Прикольно. Котлета по-киевски, это... Вон котлета по-киевски стоит, вон, видишь? Нет, а котлета по-польски. Вот это котлета Камень-Подольск. Пойти сфоткать мою котлету по-киевски и котлету по-польски. У нас появился будильник. А печку не разорвет? Нет. Текай, безумец, текай! Ложись! Я вообще куда кинул? А теперь я буду стрематься, а не открыть печку. Я вот туда в печку петарду кинул. Повторить? Не, не надо, что-то она слабо взрывается. Не слышишь? Или у тебя печка хреновая? У меня полные штаны. У тебя граната не той системы. Надо с другой стороны в трубу. А вы думаете, это петарда? Это он сам. Она когда бахнула, такое ровное колечко такое пошло, блядь. Так разгорелся, хоть разгорелась печка. Ты думаешь, я лошара? Одноглазый. Не, это каменец. Тоже такой же. Ну да, перепутать Тойоту 80-ю с Жимником. Только очень слепой человек может. Когда фара светит, глаз. Вы время видели? Что это? Они на старт еще. А Марсик без кетчупа не ездит? Или это не кетчуп? Томатный соус. А вы в гламуре внутри навели, да? Ну, краску для резины лучше брать другую. Надо для бамперов брать, потому что вот патрубки покрасили. Короче, ведем репортаж утренний. Котлета по-каменски стартанула. Идут реально на победу. 80 едут. И это не предел. Я думаю, что в следующий раз они уже будут к нам на соревнования приезжать не на лафете, а своим ходом. Или они своим ходом приехали? Нет. Или лафетом? Там три штурмана, у каждого есть права на трактор, я так понимаю. Потому что средство у нас является как трактор зарегистрированное, правильно понимаю? Правильно. Трафторец. Марсик. Марсик, его назвали так. Почему, не знаю. Вот как это, вот, ты не знаешь, откуда появилось это название? Вони дивились відео Дзідзо. І все, Марсик, 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 газета, щось долбав, долбав. Тімку, давай Марсик, давай, щось. А то есть, а іменні номера Марсик можна отримати на трактор теж, так? Да, то есть, вони ж отримали МРЕО, офіційно зареєстрували. То Марсик, да? Да. Офігеть. Сейчас же шмот. Смотрим, как работают профессионалы. А по дороге? Что, задом, передом? Вадик. Задом. Вадик, есть сразу 129. Пойдем. Вадик, ты нам нужен, тикай. Этим пацанам можно доверять? То есть ты они... что, блядь, я их вчера надрессировал, блядь, так все. Ты конкурентов нам готовишь?
Атлет уже вчера там возмущался, говорит, ну вот это вот взяли на свою голову. Мало что у себя там, так еще у нас начали ездить. Так, пацаны, ваш проект провальный с котлетой. Вы поставили зеркала от УАЗа. И ручник работает, да? Что значит патрол? Ничего, что я тебя сзади снимаю, ну вот. Так, чтобы вы понимали, что такая котлета берет легкие точки, потому что это уже бонусные точки. Берутся точки туризма, ТР-1, ТР-2. Все в подряд берут. Пацаны сразу повесили 13 номер, чтобы на первом же соревновании это. Как раз дождик. Это то, что надо. Здесь вот есть лодка. Можно брать точку глубокую на лодке. Туристам. Туристов правило такое. Они подходят точку вручную, ну, ногами, и снимают ее с фотоаппарата. А Барсику здесь придется не сладко. Пошла работа лебедки. Так что нет машин, которых не застряют. Даже по переездам к точкам ТР-1. Сороковые колеса или 39-е. Но не сильно спущенные, я смотрел. Вообще она должна ехать здесь, как я не знаю кто. А блоков что, нету? Нету? Да ну. Дерево. Не грубело. Рыбаки сидят в недоумении, думают, что это за рыбаки приехали сюда на таких машинах. Какая у вас частота? Я тебя тоже не... Я тебя не слышу. Говори, давай вперед. Вадик, радейка не работает. Он тебя не слышит. Денис, тебе треба...
Спускайся трошки ниже. Спускайся трошки ниже. Так, давай. Сейчас трохи. Все, рушай сухим. Рушаешь плавненько к сухим. Выехал. А где вы блокировки потеряли? Короче, один штурман провинился, и его уже не пускают в салон, потому что в котлете у них чисто. А кондиционеры не оставили, да? Да. У них кондиционер справа працює, Вадик їде постоянно з відкриттями дерева. Это у нас точка Т1. Ну, в ТР-1 проще ее брать, да? Багажник открыл и взял. Мы пацанам не помогаем, советов не даем. Если даем, то заведомо неверные. Ну да, есть у нас здесь люди, которые работают на канал YouTube. Подсказывают правильные траектории, чтобы показать работу лебедок. Улыбайся! Надо с собой брать девочку в бикини. Тогда ваши фотки будут на первом месте. Не успеваем за ними, потому что монстры просто. Мотор 2.8 турбо и мой 2.3 атмосферник. Влево руля. Давай. Все, руля. Да, с дверями надо что-то право делать, руля. Потому что оторвет сейчас. Право руля. Они вертолетного типа у них. Давай. Мы прошлую субботу на УАЗике ж дверь оторвали. Давай. А у него рот когда-то закрывается? Тихай. Потому что человек без блокировок. Как вы справляетесь с этой мощью? С трудом, но как-то справляюсь. Я имею в виду с газетой. Не, так вниз доехать можно. Пацаны вон рубятся. Это дрон, что ли? Все нормально? Нашли 333-ю? 333-ю нашли? Да. Да, молодцы. Нашли. А где Андрюха, спит, что ли? Ну, пацанам даже легче, когда мы за ними ездим. Они чувствуют, что есть поддержка, да? Да, и я смотрю, что... Да, и они чувствуют это, и у них получается просто слажено. Они даже почти не матерятся. Это какое надо иметь доверие к человеку, да? Чтобы без зеркалов сдавать назад, видя там куча деревьев, да? И вот слушать эту команду, что давай, и ехать. А потом сразу выходи и посмотри, что там такое. Вы там били точку стоит, а что? Да. Это Андрюха ставил свою точку, ТР-3. А ты же это участник, да? Да. Тебе можно помогать, получается? Ну, я без жилетки и шлема, но вообще, наверное, да. Юра, можешь идти дальше, я снимаю. Юрчик, давай. Сколько ты сможешь пройти по максимуму? Давай проверим человеческие возможности. Есть еще что вещи? Нет, а что есть уже? Жалко. Сейчас я им точку завалю. Вот так вот работают конкуренты. Но кто-то пилял вон, смотрите. Свежак. Правильно. Yeah!
поехали на берег. Грунт такой, я смотрю, что протектор не замылился. Оказывается, у них в команде есть директор. Откуда взялась такая вот, ник такой появился, вот меня интересует, директор? Ну, просто я начинаю комплексовать, понимаешь, я думал, легендарный дальше некуда, а тут чувствуешь, что конкуренция растет. В момент создания клуба и постройки котлеты Вадику было присвоено нештатный ник профессор, ага. А не директор. Но я решил, что как бы дедлайн не считается, так директор все-таки лучше будет. Но у нас была конструктивная эта критика по поводу того, что газета, ну как-то, блин... Профессор больше подходит, правда? Профессор, да. А ну скажи, Валера, у меня тут бывалый директор сказал, что только один штурман может быть на фотографии. Два штурмана, если вы на точке ноль должны были сфотографироваться вдвоем. На точке ноль сказали просто фотографировать. А, ну да, да, это для туризма получается, что... Можешь, любой будет штурман. Да, любой штурман и пилот может и штурман. Я доплачу, я просто хочу быть на всех фотографиях. А ты ему не даешь фотографироваться, да? Нет. Оп! Он уже свою отфотографировался. А что у вас на шлемах нету сзади, как, знаешь, Спилберг на стульях, так у вас там директор, профессор. Мы не успели. Есть Владик, а две буквы F в профессоре будет? Или... А когда ты переименуешься на форуме? Не. Дорогие зрители, если вы увидите на форуме новый ник, знайте. Ездит, не щадя машины. Че директора не утопили, а? Непонятно. Не будем пацанам мешать получать удовольствие. Потому что некоторые эту гонку проигнорировали. А вот они, участники. А проигнорировал я. Потому что я уже всем все доказал, решил дать дорогу. Да, я уже перешел на новый уровень. А он точно заднюю включил? Скажи 20 сантиметров вперед. 20 сантиметров вперед. 30 метров. Рулем вправо, рулем вправо. Хорош. Теперь давай копся назад. Копся назад. Еще раз. Еще раз пробуй. Хорош? Давай. Ясно, давай тянемся. Пацаны, как гонка? Как гонка? Почти сутки не спим. Что-то лицо несчастливое какое-то. Уставшие? Конечно, приехал свежий. Там сзади дерево. На всякий случай. То я вас заговорил. Что это у вас такой за лифт-комплект для глушителя? Сколько дюймов?
А вот теперь мы можем наблюдать работу двух экипажей. Один экипаж, который не спал ночью, рубился, а второй экипаж, который спал. Надо отходить, потому что я не знаю, или он меня задавить хочет. Есть у меня классное предложение поставить дворники на боковые стекла. Вовчик, а не знаешь, почему не ставят дворники на боковые стекла? А было бы удобно, да? Только отрывались бы часто, но... Что, рукавом она берешь? Блин, бригада трактористов, ты смотри, рвет и мечет, рвет и мечет. Смотри, готовый артист, ты понял? Джеки Чан. Мы здесь когда-то катались, можно ехать вот по воде. Шучу, шучу. Там глубоко. Я вот здесь когда-то Нивку притопил. Так, пацаны мне подкинули 5 гривен, чтобы я их снимал. Заработаем капитал на более лучшую камеру. Боковые крены, наконец-то. Это вам не Карпаты. А вы Карпаты тоже на это теперь будете ездить? На котлете? Да. Не. Марсик будет ожидать соревнований. Были получены правильные инструкции, как надо ездить. Неправильно поехали. Здесь такие хорошие следы. Сюда до директора. Директор має бути у тебе зліва. Да вот отсюда от меня. А, у тебя капсы нема? Все, вставай. Я за честную борьбу. Улыбайся, директор. Это как-то не по-нашему. А, вот как это? Не по-киевски, да? Не понял, что за наезды. Вадик берца, эти промокают, но воля к победе есть. Там здесь вам осталось пару часов. Вот работа экипажа. Дальнобой. Эдик. Лазовские порталы на самурае. Арктика машина прошла. Это я вот этого мужчину знаю. Привет, мужчина. Зовут его Юрий. Эту выпустим и за ним туда зайти. Он тоже был в Арктике, да? В Арктике был? Звезды Ютуба. Да, здесь звезды Ютуба все. Но этот экипаж более скромный. Если в этом экипаже Ник, директор и профессор, то у этого дальнобой и Юрчик. Юрвик. Что это за прибор у тебя такой? Nokia? Мобильный телефон такой? Да не, это же то самое, блин. Пульт от телевизора? От телевизора.
Самообучаемый? Там, где ночной, ну, поехал. А тут, по-моему, Дима как раз сделал. Ух, пацаны дают, не успеваем. Надо ехать уже наперед, наверное. Тютелька в тютельку, нет. Да? А он всегда так хорошо ездил, не, Юр? Денис? А? Сегодня научился? Ну, я смотрю, что до этого на гоплыке что-то не очень получалось, а сейчас я смотрю, как чувствует машину, все, едет. То есть, Вадик, ему, Вадик ночью ему все-таки... Нету блокировок. Нет, да ты прав, ну что? Все в этом. Говорю, Вадик, а Денис так научился ездить. Это ты ему вломил, что ли, ночью? Ну а хули. Ну, синяков не видно. О! Улыбайся. Улыбайся. Все, е. Пучкай. Пучкай, ничего не робит. Кожаный салон. Блин. Право руля назад. Давай, давай, давай. А как они заехали здесь? Да, тяжело им будет сейчас здесь вывернуть. Оп! А я бы поехал вниз. Пускай, Денис. А это точки ТР-1? Это точки ТР-1, Юр? А, тут? Хорош, верни букулаку. Юрка, по машинам! Да, люди на котлету денег не берегли, все в алюминии. Снимаем сравнительный тест, потому что в видеокамере сели батарейки. Снимаем на фотоаппарат Canon S110.
Вас не поймешь, что перегона Денис на подножке стоит, а здесь точка к точке уже взяли в салон. Как они там помещаются, я не знаю. А представляешь, если бы они втроем были комплектацией Вадика? Пришлось котлету бы расширять. Идет консультация пилота, как проходить сушка. Сушка, сразу говорю, ни о чем. Вчера я снимал. В принципе, проходимое легко. Ну, пацаны этого же не знают. Они нервуются, переживают. Да. За эту сушку 10 баллов дают. Да, Дим. Здорово. Не, в лагере. Ну, катаемся по точкам. Ну, смотрите, реклама пива и за бесплатно. Вот. 8 тысяч подписчиков. То есть на бутылку я уже минимум заработал. Ты катался ночью, да? Не, я спал. Там дождь был. Вот есть крузак, ГАЗ-69, хайджек. Ну, то есть Ниву искать бесполезно, да? Пока да. А вот Нива, это что? Вот раньше Нива, это пшеничное должно быть, да. То есть, ну вот. Работаем над этим. Работаете, да? А сейчас мы можем проверить. Трактор бедох. А ну, у кого волшебная борода, у кого нет. Смотри, штурмана всю бороду ему повыдергивали, пилоту. Да. Нервы. 393-й, что взяли. Это чей такой нафаршированный автомобиль? Я его знаю? Что и как? А чей это автомобиль такой нафаршированный? Я закрывается. На сутки машины. Ого! Вот. Что, все взяли? Да. И ТР-2 все взяли, и наши взяли. А ТР-1? 4 или 5. И все? Слабаки. Слабо. Вы можете даже одну выслеваться. Ну что, гонка понравилась, Наталья? Нормально. Нормально? Ну, поломалась, ты же не знаешь, мы только выехали на 3 часа. Ну, мне уже рассказали. Здесь байки ходят уже об этом. Уже даже в Карпатах об этом знают. Говорят, будет у нас белый холодильник, патрол. Говорит, это тот, который на старте поломался. Я не и на старте починился. За 3 часа новый цилиндр привезли, мы поставили. Какой цилиндр? 5-й? 3-й. Да. А, 3-й? Ну, загильзовались? У него на каждую передачу по цилиндру, понял? Понял, теперь понял. Передачу выбираешь, но тут цилиндр и колбас. Мы тогда давай поставим, сейчас переоденем. Саня, можешь там рихтануть тоже у меня немножко там? Без этого только краска не повредилась. Это у тебя называется это? Рихтовка вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия. Правильно я понимаю? Видишь, нигде не лопнуло. Так, а пацаны здесь торгуют чем хочешь. И лебедками. Эта штука как называется? Глушитель, да? Крюки. Банка. Так, а за рекламу мне полагается омегаобразный шакал? Омегаобразный? Да. Это пошла реклама по всем каналам. Санька этот, шишигу, она у него не застаивается под домом. Он постоянно на ней по всем пробкам. Бывает. О, не Васик. Ох, какие глобурные, это что? Шноркель, Валера. У кого? На Ниве. На Аракале? Ну, мы на одной лебедке.
Там вообще жесть было. Обсуждение после соревнования. В 13-м мы быстро взяли. Мы заехали с другой стороны, там машина стояла. Мы там вообще без проблем. Зарылся сбоку, получается, и мы слева. Нет. А вы с другой стороны? Ну, 213 и 313. Нет, 313. Правильно, 313 это мы там нифига. Трек чемпионов. А ну покажите трек чемпионов. 313, ну, давай. Увеличь. Где это, какая точка? Да не важно, давай, да. Увеличивай, увеличивай. Набегали. Куда едем? Где арматурный? Там! Чем больше штурманов, тем прикольнее. А что это вы делали? Это ты искал точку, где посрать? И с навигатором случайно пошел? Теперь сними чемпиона. А вот, хочу сказать, точка, у тебя есть брат. Кто-то мне, подожди, кто мне эту точку такой, кто показывал? А, 313. Там, подожди, ты показывал мне, не? Подожди, кто мне показывал? Или ты показывал, Сэм, мне точку? Такую же. Ты же показывал на телефоне. Ну. А здесь торговля идет. Да. Так, покупаем пиво, покупаем. Пиво не вода, много не выпьешь. Покупаем, покупаем. Ой, классный. 100 гривен. Ну, то есть, говорит, да. Жаждущий. Глоток. Жаждущий. Не, я просто хочу это на рекламе хотя бы, не знаю, хотя бы один кех пива. Эди, как прошла гонка? Трудные были ночные заезды? Коньяк забыл. Вот это вот. Поэтому ты так рано финишировал, да? Палыч, дорогой, с доехалом тебя. С доехалом. Как ты у нас дружился сразу? Давай, к шик-шиге, ты ее знаешь. Давай, вон, вон она. Атакуй. Все, стой. Поцарапал шишигу. Это усиленный бампер, да? Там страховой комиссар приезжал. Говорят, вы скрыли же с места ДТП. Крыло стойка. Теперь я не знаю, как вы отделаетесь. Так вы в туризме были, да? В туризме ездили? А, ТР-1. Нас не пустили. Дрон. А что у вас такого? А? Сказали, у нас лица очень злые. Ага, я смотрю, туризм лифта нельзя. Практически нету. Если есть, то ну, минимальный. Даже, по-моему, нету лифта. Лифт. А? Лифт. Есть? Максик. На финиш едет. Опять жую. На первый, третий выходи. Сколько у вас? Человек 5 там? Все трое в багажнике. О, давайте тест-драйв устроим. Сколько человек влезет к ответу? Говорите, что финиш. Крещение боевое получило. Да. Тер-2. Тер-1 мне уже. Бля, ну колесики для нее такие, они... Маленькие, да, но широкие. 33-ки, наверное. 33-ки, да? Ты не сделал? Никто не берется. Давай. Руслан! Руслан! Колумбия! Иди сюда, смотри! Здесь пороблено. Здесь все кивляне такие. А ты на меня ругал, что я в твоем патруле, слышишь? Ты знаешь, что мне Руслан бы сделал за это? Я новые чехлы купил. Смотри, как накатался Кашкай, да? Там весь грязный едет. Все уже на расслабоне, а здесь идет просто. Тут кипит. Хоть бы пирожок кто-то принес. Паша, пусть посмотрит точку 302. Да. И так больше никогда не берет ее. Хорошо, я ему передам. Винс. Почетче. Понял. А вам претензий нет. Ко мне? А я же не участвовал. Вот потому и нет. 108. Пойду бородачу скажу. Бородач. 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 Орги просили тебя передать. Посмотри, пожалуйста, 302 точку. И больше так не делай. А что там
такое? Не знаю, вот тут сказали, вот посмотри. Потому что вы идете в призы, и там что-то их не устраивает. Фотоаппарат... Ну, нечетко типа видно или еще что-то. Прям как лицей. Третий заезд. Смело. Не, какая смело? Демидов. Призеры ждут награждения. А что Демидов? А я хоть поместился. А ну еще раз, а ты кто? Рот открыл. А ты кто? Паша, смотри. Меня! Да ё-моё, Дима!